Одна часть этой истории начиналась 15 лет назад, когда вот ко мне в Черновцы, когда я там сидел безвылазно, не имея разрешения покидать этот город, приехал Илья Дворкин, это, по-моему, была его первая экспедиция в Карпаты по изучению различных еврейских мест. И вот с тех пор началось наше сотрудничество, наша дружба. И вот я очень рад, что в вашей экспедиции будут деньги и украинских, и российских евреев, которые уже заработаны вот за последние 10 лет. Еще раз желаю вам удачной поездки, здоровья, счастья и всего доброго. Работу на пленэр, на экскурсии, на путешествия, собственно. Второй компонент важного семинара это Бейт-Мидраш. Бейт-Мидраш в данном случае тоже очень многомерное понятие, поскольку идея стоит в том, что мы вместе будем в течение этих двух недель не только путешествовать по основным местам восточноевропейской диаспоры, но будем еще и путешествовать по миру еврейской книги. И самое главное, это мы надеемся, что будут индивидуальные проекты самих художников, которые будут делать. Это могут быть книги, это будут выставки. То, что мы надеемся осуществить сейчас, это некоторое странствие, путешествие к самим себе. Иногда какое-то небольшое творение одного человека, который делает в течение одного дня или одного года, может перевернуть мир. Детского творческого клуба «Симха» и театрального. Я веду галерейный проект в Московском еврейском общинном доме. В общем, работы на еврейских очень много, на еврейскую тематику, как раз по теме Штетла. И, в общем-то, также периодически публикуюсь в «Вестнике Яры» в журнале «Алик». Занимаюсь живописью, графикой, скульптурой, член группы «Гешок еврейских художников». Книги иллюстрировал много лет. В последнее время не иллюстрирую книги, я делаю такие, типа из папье-маше, объемные композиции. Также я являюсь оформителем «Гелет». Занимаюсь средневековой еврейской поэзией, учусь в аспирантуре, работаю в Петербургском институте иудаики. Дальше у нас запланированы выставки с семинарами, по крайней мере, в Киеве, Москве, Петербурге и Иерусалиме уже в этом году, в ноябре-декабре месяце. Как это будет? Что это такое будет? Это неизвестно, это вы должны решить. Ну, во-первых, спасибо, что вы нас сюда пригласили. Петербургская группа «Гешок», которая много работает вместе. Есть Иерусалимская группа, мы тоже много выставлялись под названием «Масело». Это две группы художников, довольно близких, в общем-то, по своим творческим устремлениям, которые могут как-то друг с другом сочетаться. И есть много еще художников, с которыми мы просто знакомы, которые, в общем, художники очень высокого уровня. А вот на основании того, что мы слышим, плюс как бы дух местности, немножко воображения, создать некую такую пластическую реконструкцию, перевести из вербального поля в визуальное. И того, что происходит сейчас здесь, не происходит более в мире нигде.
попытки объединения еврейских художников это и объединение неформального такого сущностного. Это нечто действительно ужасно важное и ужасно глубокое просто по самой своей сути. Редкие оставшиеся домики от старой жилой застройки.
спасательный отряд как раз, значит, поспел сюда. И схватили их, значит, 11, один был наш немец. 12 человек бросили их в реку. Вот с моста там высоко, там можно... Там они, конечно, это же и напуганные, и они их так в речке пристрелили. Там, там внизу прав нету. Да. זה גיזוקט, ואיך סיכום מיינה ציון איכרו איסגן תפונדיגיינה
господа, в общем, случилось очень приятное сегодня событие, да? Пошел дождь, да. И мы, тем не менее, все это открываем. Это абсолютное чудо, на мой взгляд. Я не ожидал совершенно ничего подобного. Я надеюсь, что если мы так начали, то мы будем продолжать просто совершенно расходно. Цель отдела образования еврейского агентства заключается в усилении, углублении особого и многопланового, многомерного места Израиля при общении следующего поколения евреев диаспоры к их еврейству. И вот именно в рамках этого назначения нашего, этой цели, я думаю, что понятно, что такой семинар и подобного рода мероприятия являются естественной, интегральной частью. И когда я сегодня, вчера и последние дни бродил по этим самым еврейским кладбищам и в синагоге в Сатанове, я ощущал с новой силой, что действительно невозможно понять это место Израиля в еврейском образовании без этих корней. Это очевидный факт. То, что без Израиля, без того, чтобы без участия не только Сахнута, но и Иерусалимского университета, и израильских художников, Израиля, ничего бы этого не было. Вот то кладбище, которое мы посещали, оно и было бы кладбищем. И кроме этого кладбища, я не уверен, что было бы, что бы то ни было вообще. Потому что Израиль не только как фактор, который, куда можно поехать, но как некоторые факторы нашего существования. В 1967 году победа Израиля в шестидневной войне нам сколыхнула евреев диаспоры от Америки до Южной Африки, до Советского Союза и так далее. Это некоторая важная вещь. Другое дело, что нам нужно ладить такой многоплановый творческий диалог. И я думаю, что для израильских художников, для израильтян, которые приехали из СНГ, там, из разных стран, сотрудничество с художниками Украины, России, это не менее важно. Это общее взаимодействие Израиль-диаспоры, это то, что нас должно оживить и дать нам силы для дальнейшего тысячелетия истории. Я хочу закончить тем, что сегодня мы очень-очень-очень ищем любую инициативу, которая исходит от вас. Да? Поэтому я вас приглашаю к сотрудничеству, соучастию. Пожалуйста, любая ваша инициатива, любая мысль, мы это ждем. Да? И до новых встреч. Спасибо. Меня просто потрясли результаты, которые мы вот к концу путешествия развесили в этой столовке. Израильтянином, который путешествует, но путешествует по каким-то знакомым местам. И за ним это ты, твой портрет. Это ты. Здравствуйте, можно так говорить, с деревом я вообще... Как бы то живое еврейство, которое как бы свободно себя чувствует на любой земле. И мы даем какую-то, мне кажется, энергию и свободу. Да, это паста. Это вот эта квара. Да. Да. Он так по пленке такая. Эта поездка меня, прежде всего, обогатила знанием еврейской культуры.
Конечно. Чем же так? Ну, что так сделаем? Давайте, да. Поездка, ну, чрезвычайно важна лично для меня, я думаю, для многих, в смысле возвращения к своим еврейским корням, к своим истокам, к своей идентификации, в понятии, понимании того, кто я. Очень такая важная идея дороги в землю Израиля. Это Галут и Геула, изгнание и избавление. И, собственно, достижение какого-то смысла, обретение от себя и творения, творчества возможно осуществить только посредством этой самой дороги, которая, с одной стороны, стоит в потере того, что есть на сегодняшний день, ради обретения нового, и обретения этого нового для того, чтобы снова отправиться назад к тому изгнанию, из которого мы произошли. Это на самом деле некоторое такое чудо, что для того, чтобы обрести эту землю, так или иначе, здесь или там, нам необходимо вернуться в изгнание, вернуться в восточноевропейскую диаспору, и именно там найти самих себя и найти ту землю, которую иначе обрести невозможно. Я очень-очень-очень надеюсь, как все мы, что этот путь только начался. Или, точнее говоря, только продолжился. И будет продолжаться все далее и далее, порождая всякие новые замечательные плоды в том же самом едином, разрушенном и при этом цельном рождающемся пространстве. Вот и все. Мозгопудрите хорошее.